Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всяко разное из Китая, я вас приветствую. Сегодня у нас на распаковке вот такая коробочка из Китая с сайта AliExpress и мелкий пакет из Китая с сайта AliExpress. Посылки шли примерно где-то месяц, но без трек-номеров. И давайте посмотрим, давайте к этой перейдем и посмотрим, что здесь у нас. Оценили у нас ее в $9.92, написано тестер. Давайте посмотрим, что у нас здесь за тестер. Так. Оп, все, пакет пустой. Здесь у нас утеплитель. Ага, вот он тестер. А здесь находится тестер для измерения температуры. Без оригинальной упаковки, просто в пакетике. Так, сейчас мы его достанем. Это лазерный тестер, который измеряет температуру. Так, здесь у нас имеется инструкция на английском языке. Да, только на английском. Имеется у нас кнопка, нажимается для тестирования. Имеется переключение между Цельсием и Фаренгейтом. Так, подсветка, еще что-то. Так, а как тут вставляются батарейки? Где тут вообще включается? Так, давайте попробуем. Наверное, здесь. Есть какие-то такие, да. Ага, здесь две мизинчиковые батареечки. Сейчас я их поищу и вставим, и проверим, как она работает. Так, вот я нашел две мизинчиковые батарейки. Сейчас мы их вставим сюда. Одна и вторая. Готово. Оп, защелкиваем. Так, кнопка включения-выключения, какая именно? Нету, может быть, на эту? Ага, включается, нажимаете на эту кнопку, а выключается, скорее всего, автоматически. Так, здесь у нас кнопка подсветки, можно включать и отключать подсветку дисплея. И имеется кнопка, как бы, смотрите, как лазерный прицел, видите, вот можно именно направлять на какой-то объект, и будет видно температуру. Вот сейчас направляю на стол, и видно температуру. Можно отключать этот лазерный прицел и без него. То есть, видите, также можно мерить, но не будет у вас как бы прицела. Ну, давайте вот сейчас руку померим. Сейчас включим лазерный прицел. Направляем на руку и смотрим температуру. Так, тестируем. Ждем. Наверное, сейчас 34,3. Все, что ли? 34,3. А ну-ка. Ну, показывает 3,4,3, то есть вот 33,9. В общем, где-то 2 градуса имеет, конечно, погрешность, так как человеческое тело имеет 36,6 температуру, как вы знаете. Но все же очень интересная вещица, я думаю, полезная будет кому-то. Все работает, все отлично. Вот, видите, раз, все, он сразу выключается сам автоматически. Очень классно. Указано, что рабочая у него дистанция, то есть 300 мм, 900 и 1500 мм. Это до 1,5 метра можно мерить какую-то температуру, да, на расстоянии 1,5 метра можно измерить какую-то температуру. В общем, интересная, полезная вещица, можно использовать его в различных ситуациях, и поэтому, я думаю, кто ищет и хочет приобрести, в общем, можно смело приобретать. Здесь, как вы видите, имеется вот такой большой отверстие, и сверху имеется лазерный указатель. Ну, больше ничего не имеется. Все пришло, все работает, все отлично. И вторая посылка, тоже написано тестинг и диагностик, но я только заказывал вот этот тестинг, а что еще, я не пойму пока. Давайте с вами вместе посмотрим. Вот такая мне у нас загадочная белая коробочка. Сейчас мы ее откроем. Так, сбоку написано TD0050M. А, все, ничего себе, сколько уже прошло, я и забыл про нее. Это у нас тестинг. Это для настройки спутникового телевидения, ребята, тестинг, тестер. В общем, подключается она, смотрите, сейчас достанем. Здесь имеется вот такая петелька, можно повесить куда-то. Имеется отверстие, здесь стоит пищалочка, издает звуковые сигналы. В общем, приобрел, так как, вы знаете, строю дом, естественно, буду подключать спутниковое телевидение, и она у меня есть, тарелка, все есть, поэтому не хочу платить деньги установщикам, там ничего сложного, хочу попробовать сам установить. В общем, приобрел вот такой тестер для настройки. В общем, когда будете подключается, смотрите, подключается обычный кабель для антенны спутниковой в одну сторону, и выходит
контейнере, да, к примеру. То есть будет как промежуточная. И начинаете вращать антенну. Как вы видите, здесь имеется шкала 10 делений, да, и чем выше будет уровень сигнала приема антенны, будет подниматься у вас стрелка. То есть таким образом вы сможете сами собственными руками настроить спутниковую антенну и найти самое лучшее положение, как будет принимать у вас сигнал. Так как без тестера это практически очень сложно. Возможно, конечно, но очень сложно. А так вы будете видеть прям в реальном времени, да, какой уровень у вас сигнала. В общем, очень полезная вещица. Протестим немножко позже, потому что дом пока не построен, поэтому сейчас нет возможности его протестировать, но обязательно будем тестировать и, конечно же, будем настраивать спутниковое телевидение своими руками. Тестер тоже стоит довольно недорого. Упакован очень неплохо, смотрите, в такой коробочке, в поролоновое все вокруг обложено, поэтому все дошло, все отлично, имеется инструкция на английском языке. Поэтому, ребятки, если кто-то хочет приобрести себе какой-то из этих товаров, ссылки, как всегда, у нас будут под видео. Переходите, приобретайте смело, все пришло. Тестер температуры 100% рабочий. Ну, я и больше чем уверен, что и настройщик спутникового телевидения будет у нас тоже работать. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Хочу вам пожелать здоровья, позитива, удачи по жизни. Пока-пока.